Next, we have a workshop on yoga therapy for digestive problems, and the speaker is Ms. Vidya, Volkova. Thank you so much for coming. She's a physicist, an optician, and an author of 56 scientific works. She studied yoga in India and obtained a certificate in yoga and vegetarian meals from Jiva Institute. She has also learnt yoga from various famous yoga masters. She has learnt Kerala yoga and Ayurvedic massage from Shalaji Shashikumar. She has worked at Yoga Room, and now she works at Life Fitness Studio Shakti. Please welcome Ms. Vidya. А сейчас у нас семинар «Йога-терапия при проблемах пищеварения» от госпожи Видьи Волковой. Видья Волкова, автор 56 научных трудов, физик, обучалась йоге в Индии и владеет сертификатами по йоге и вегетарианской еде от Джива Института. Также она обучалась у известного мастера Кришнамурти из Ришикеша и у мастера традиционной гималайской йоги Чандраканда. Кирала йоги и аюрведическому массажу обучалась у Шриладжи Шашакумара. Постоянно работала по ней в йога-центре как йога-рум, Авиценна, а сейчас работает в йоге-студии Шакти, фитнес-центре Лайф Фитнес. Итак, встречаем госпожу Видью Волкову. Сейчас начнем с темы проблемы пищеварения и как может помочь йога при этом. Чтобы понять, как нам решить эти проблемы с пищеварением, нужно сначала понять, откуда приходит эта проблема. Вот как вы думаете, что является причиной, когда у нас пищеварение просто выходит из-под контроля и не работает? Неправильное питание. Что вы относите к неправильному питанию? Жирное, соленое, острое. Жирное. Как насчет переедания? Переедание. Как насчет такой несбалансированной диеты, которая абсолютно делает дисбаланс в пищеварении? Согласны? Первая проблема, вы выделили именно неправильное питание, которое мы выстраиваем с нами. Значит, эту проблему вы можете решить самостоятельно. Согласны? Вторая проблема, которую обычно все называют, это экология. Здесь мы ничего сделать не можем. Ну, как-то немножко себя оберегать, не пить вредное, плохую воду, но мы ее в самом, ну, начале, эту проблему мы не решаем. Глобально мы ее решить не можем. Теперь следующая и самая, на мой взгляд, важная проблема, откуда приходят проблемы в пищеварении. Это наше неправильное психосоматическое состояние. Кому это состояние знакомо? Это стрессы. Это наши конфликты. Это наши обиды. Это злость, гнев, агрессия. Скажите, вот вам знакомо такое состояние, когда вы, пережив какую-то эмоцию, и вы четко понимаете, что эта эмоция, она застряла у вас в теле. Она нашла себе какой-то уютный уголок и разместилась там абсолютно комфортно. Согласны с этим? Например, вы знаете, что если вот я сейчас рассержусь на вас и при этом не выскажу вам ничего, где вот это мое раздражение может осесть? В желудке. В желудке. Но это не так. Это не в желудке. Печень. В голове, естественно, в голове то, что мы не высказали, да? Или я сейчас вам неправильно подам, абсолютно неправильно подам этот тренинг, и вы скажете, ну, недовольство будет. Сначала будет здесь, потом осядет куда-то глубоко. Поэтому что мы можем делать? Беречь себя от всего того, что негативного, мы пускаем в свое тело. Беречь от того, что наносит реальный вред нашему телу. У кого какая эмоция самая популярная? Гнев, страх, раздражительность. Они примерно одна и та же, да, категория? Агрессия. Еще? Обида. Зависть. Неуверенность в себе. Вот этот клубок, он абсолютно комфортно всегда располагается там, где мы уже, кажется нам, ну, мы забыли даже об обиде,
гневе, о злости, уже и мы успокоились. Но на самом деле эта эмоция, она очень прочно входит в тело. И тогда у нас начинаются эти проблемы. Наука, которая изучает, как влияют наши эмоции на наше тело, называется психосоматика. Я думаю, что вы это слышали, да? Поэтому первая причина нашего плохого пищеварения и проблем с пищеварением являются наши вот эти вот абсолютно ненужные, некомфортные для нашего тела, сознания и ума эти наши эмоции. Тогда будем что делать? Не гневаться не можем, обижаться не получается, злиться. Раздражение. Так, хорошо, вот сейчас я испытаю гнев, да? Я его что сделаю? Я его испытаю, внутри меня он родился, этот гнев поднимается наверх, что он делает? Я сейчас не дам ему выход, он у меня застревает где-то здесь, потому что я не смогу проговорить вам все то, что мне не нравится, да? То есть вот здесь блокируется чакра за чакрой. И таким образом ваше тело становится таким сотканным из множества блоков всех отрицательных эмоций, которые мы допускаем. Есть абсолютно очень хороший тренинг, который называется «Как контролировать гнев». Есть, каждый из вас знает вот эту точку гнева, когда мы еще его держим под контролем. И если мы переступаем эту точку гнева, то он настолько выходит из-под контроля, что мы уже просто сами не соображаем, о чем говорим, что хотим сказать, чего хотим от этого разговора. Но это абсолютно другая тема. Сейчас мы с вами четко уяснили, что все, что мы можем контролировать, чтобы наше пищеварение было здоровым, не приносило нам проблем, это мы должны контролировать вот эти эмоции, которые, в принципе, они никому не нравятся. Они некомфортны ни вам, ни тем людям, которые рядом с вами. Сегодня вы говорили о дыхании, да, насколько я поняла. Сейчас мы попробуем с вами небольшой тест. И я вас мягко подведу к тому, что наше дыхание тоже может влиять на пищеварение. Сейчас все вы знаете, что есть нижний отдел легких. Сами найдите вот конец ребер. Сюда поставили ладошки. Задача в чем? Вы выдохните, потом делайте хороший вдох и почувствуйте, как вдох разбегает легкие. Все готовы? Сначала выдыхаем. Выдохнули, теперь вдох. Теперь выдох. У всех ладошки двигались. Теперь середина легких. Поставили. Сначала все выдохнули. Делаем вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Это была середина легких. Теперь самый верхний отдел, да? То, о чем сегодня говорили. Самый верхний отдел, когда мы только начинаем дышать, у нас проходит вот здесь, да? Самое начало вдоха. Готовы, выдохнули и вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Продышались. Теперь, пожалуйста, каждый из вас проанализируйте, все-таки какая часть ваших легких. Низ, середина или вверх. Больше всего раздвинули ваши ладошки. Середина. Нижняя. У кого только вверх. Вот самый максимум был наверху. Пожалуйста, не стесняйтесь, ручки поднимите. Теперь открываем вам секрет. Что большинство людей в больших городах дышат поверхностно. То есть вот эта часть легких и чуть-чуть середина. Потому что стресс, вот сейчас я стояла в пробке, знаете, как я дышала? Я боялась опоздать к вам. Какие-то неприятные ощущения, там, не знаю, разговор или погода плохая. Это все на нас действует, мы начинаем дышать неправильно. Поэтому первая причина нашего неправильного дыхания, опять же, все эти эмоции, которые мы собираем, это проблема номер один для людей, живущих в больших городах. Теперь вам захотелось дышать в полной груди? Хорошо, поехали дальше.
Мы сделали с вами вывод, что психика и тело напрямую связаны друг с другом. Да? Мы увидели, что неправильные наши эмоции абсолютно выбивают из строя наше хорошо настроенное тело. Это вы можете контролировать. Теперь мы пришли к выводу, что если мы неправильно дышим, что происходит, на ваш взгляд, когда мы неправильно дышим, не полным объемом наших легких? Что происходит? Хорошо, кислорода мало. Еще? Ну, это примерно смысл. Соответственно, у нас будет слабость, усталость, и задолженность. Так, теперь скажите, есть ли связь между брюшной полостью и нашим дыханием? Да, абсолютно правильно. Вот вы, значит, понимаете, как работает это дыхание, да? Если мы дышим неправильно, если мы дышим только верхним отделом вот наших легких, да, вот такое поверхностное дыхание. Это в основном, когда мы волнуемся, опаздываем, просто не хотим дышать. Я на йоге часто встречаю, что люди не хотят дышать правильно, иногда забывают дышать. Бывает такое? Кто практикует? Бывает, что вы забываете дышать? В результате что происходит? Вы перестаете делать приятный массаж брюшной полости. Диафрагма не двигается и тем самым не делает вот это мягкое, приятное, такое абсолютно безболезненное. Вы это даже не ощущаете. Но это приятный массаж вашего кишечника. Согласны? Теперь есть желание правильно питаться, брать эмоции и правильно дышать. Теперь я хочу немножко подробнее остановиться на том, все-таки что происходит, когда эмоции, как они начинают действовать на наш желудок. Как вы думаете, что будет означать, что будет происходить с человеком, когда он спокоен, когда он уверен, дышит он правильно при этом, так? Если он при этом покушал, будет проблема у него? Если он в стрессе, и он пошел покушать, что будет происходить? Спазм, да? И мы, у нас наш уже и так заблокированный, спазмированный желудок, пытаемся еще уложить такой приличный объем пищи, да? Про правила и грамотное питание – это вообще не моя тема, хотя я готова вам рассказать все секреты вегетарианского питания. Оно просто сказочное, плюс абсолютно мистические индийские специи, которые вообще в нашу тему, потому что помогают переваривать, делают пищу очень ароматной и вкус совершенно незабываемый. Поэтому, когда вы кушаете, старайтесь, чтобы вот эти вот эмоции, которые вы где-то поймали на улице, да, они не вошли вам внутрь. Если вы расстроены, нужно кушать? Нет. Наоборот. Наоборот, хочется кушать. А стоит кушать, когда вы расстроены? Нет. Обычно человек заедает. Абсолютно согласна. Сама такая же. Я люблю сладкое. Хотя понимаю, что нельзя. Но иногда мы не можем следить за тем, что требует наше тело. Знать и делать. Хорошо? Теперь смотрите, вторая вещь. Знакома вам такая эмоция, когда вы собой недовольны? Да, зачастую. Кто сказал зачастую? За нехорошее состояние. Когда вы начинаете копаться в себе, что происходит? Закрываемся. Найдите мне такое слово, которое близко к нашей теме, пищевая зависимость. Создаем стрессовую ситуацию для организма. Самокопание, да. Самоедство, да? Абсолютно неполезная вещь для пищеварения. Поэтому убираем вот эту вещь, да? Мы сейчас с вами пытаемся все-таки выяснить те причины, которые нас подводят к этой проблеме. Так? И в основном вы все видите, что это эмоции. Это наши переживания, это тяжелые думы, это непроговоренные обиды, это невыраженный гнев. Гневаться нужно тоже уметь, да? Однажды мне мой духовный учитель сказал, чтобы человек понимал, что ты на него сердишься, тебе не обязательно кричать.
Тебе просто можно посмотреть, и человек почувствует, что он не прав. Есть такая фраза: цветы цветут не от грома, цветы расцветают от дождя. Правильно? Поэтому чем, прежде чем греметь как гром, немножко убирайте звук и научитесь правильно выражать свои эмоции. Так, теперь следующая вещь. Если у вас не работает, мы сейчас разбирали желудок, если не работает кишечник, какие причины, как вам кажется? Стресс. Так. Сидячий образ жизни. Согласны? Как насчет воды? Все пьете? Вода помогает, потому что мы 72% из воды. Есть такая тонкая вещь, когда человек находится в таком состоянии, он не готов распрощаться с чем-то старым. Были такие у вас вещи, обиды, меня обидели там когда-то в детстве, я до сих пор помню, и вот это я все вот тут ношу, вот тут ношу, и вот тут ношу. Это наше неумение расстаться с тем, что мы уже пережили, и неумение просто убрать это все из своего тела. Это приводит к запорам и к тому, что у нас кишечник не работает. На этом сейчас мы с вами тему закончим. Теперь основная как бы часть. Мы будем с вами изучать те асаны, которые все-таки вам помогают в этом. Да? Абсолютно легкие. Единственное, нужно это делать четко с правильным дыханием. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто все-таки в йоге, чтобы я понимала? Тогда какие-то вещи вы уже знаете, какие-то асаны вы знаете. Знакомо ли вам основной закон йоги, как правильно дышать в асану? Как? Носом. Спокойно. Когда мы делаем движение вверх в асане, что мы делаем? Вдыхаем или выдыхаем? Вдох. Так, один вдох, другой выдох. Вдыхаем. Кто за то, что вдох мы делаем? А кто все-таки пойдет, например, в кобру и выдохнет? А теперь страшно сказать, да? Да, запоминаем основной закон йоги. Все движение, которое вы делаете вверх, да, это только на вдохе. Если вы делаете движение вниз в йоге, это только выдох. Сегодня я построю вот эти все асаны на том, что мы будем делать их на выдохах. И вы тогда будете понимать, как это работает. То есть, когда мы выдыхаем, мы сжимаем вот эту часть, правильно? У нас здесь нет вдоха. Вот как раз к вопросу, как мы дышим животом. Если у нас здесь пусто, тогда мы можем правильно встать в собаку. Согласны? Мы правильно можем выдержать и кобру. И все то, что мы сегодня будем делать. Так, есть кто-то, кто готов со мной делать? Или я покажу? Тогда я. А можно мне кобру? Когда у вас болезнь, такая яркое проявление, обострение, да, вы в йогу не делаете. Эта вещь помогает только, когда вы все-таки либо профилактически, либо она уже идет на утихание. Если обострение, то лучше этого не делать. Когда в процессе ремиссии, например, у вас язва, и она кровоточит, прямая при этом, да? Вот сейчас как раз будет связь между дыханием и теми асанами, которые мы делаем. Когда вы будете делать движение вверх, вы толкаете руками, ладошками выталкиваете мягко-мягко, делаете круглый позвоночник ваш. Что как насчет дыхания? Вдох, один выдох, другой вдох. Думаю, вдох. Я отдохнула, у меня живот что сделал? Надулся. Поэтому я выдыхаю, смотрите, я выдыхаю. А теперь я на пустой живот я делаю хороший прогиб. Спина круглая. И теперь мягко я делаю прогиб, ставлю стоп. Мягкий прогиб. И здесь я делаю вдох. Смотрите, когда я ушла наверх, у меня что произошло?
говорите, у меня идет массаж, правильно? Идет массаж, и прямо очень приятно для живота, потому что я сейчас такое мягкое давление на все органы делаю, согласны? Теперь, когда я делаю пироги, у меня брюшная кость, она как бы поджимает, это еще абсолютно противоположное, но достаточно приятное ощущение. Запомнили? Главная ошибка, когда вы делаете вверх и делаете вдох, когда полный живот вам не позволит сделать вот такой хороший пироги. Это можно дополнить, если хотите, чтобы немножко приятнее было спине. Делаете выдох, тянетесь наверх и делаете мягкое движение сюда. Таз идет к пяткам. Еще и вытянули позвоночник, и здесь все сложили еще больше. Кто делал? Согласны с этим? Так, дальше поехали. Записали, да? Теперь поза моста. Вам нужно сесть. Потом мягко положить полностью весь позвоночник на пол. И сюда пяточки к ягодицам. Если получается, берете руками себя за стопы. Если не получается, хотя бы просто руки вдоль. И у вас пяточки прижаты максимум сюда к ягодицам. Делаете что? Когда я иду наверх, что я делаю? Вдох. И направляю вот сюда. Что происходит с моими органами? Спускаются сюда. Правильно? Мы немножко их сдвигаем с места. И теперь у нас получается такое опять мягкое давление, мягкий массаж. Согласны? И плюс дополнительный прилив крови. Потом нужно будет мягко опустить позвоночник на пол. Так, чтобы не было резкого. Позвонок за позвонком, мягко-мягко отпустили. Держите это 2-3 вдоха, чтобы на самом деле эффект был. То же самое кошка и корова. Не делайте это одноразово, чтобы такой был продолжительный эффект. Делали это осознанно? Да. Так. Идем дальше. Поза кобры. Всем-всем известна эта поза. Единственное, не знаю, знаете ли вы какие-то такие тонкости, которые меняют эффект. Когда я встаю в кобру, где у меня должны быть руки? Под плечом. Теперь, когда я иду наверх, что происходит? Вдох. Вдох. Теперь, если я встаю вот так, какая ошибка? Шея утонула, мы вытаскиваем себя, насколько мы готовы. Теперь, если вы сильно напрягли ягодицы, это хорошо или плохо? Хорошо? А теперь я расслабляю ягодицы. Ушла кобра ниже? Да. А теперь я напрягаю. А теперь расслабляю. Какой вариант нравится больше? Основной. А ниже? Если проблема в пояснице, то вы не делаете вот такого высокого подъема. Вы просто прижимаете локоть к ребру. Делайте вот такую кобру. Эффект какой? Вам нужно просто хорошо прижать брюшную полость. И сильно-сильно смассажировать. Хорошо? Полу прижать брюшную полость. Но лучший вариант, когда лобок полностью лежит на полу. Если не получается, чтобы не травмировать вот эту часть из стопы. Да? Крестец напрягается тогда, когда вы напрягаете ягодицы. Если вы напрягли эти ягодичные мышцы, они дают вот сюда наверх спазм, здесь все спазмируют и наступает только боль. Приятного ощущения нет. Поехали еще раз. Работают как массаж. Это прямо видно со стороны, да? Следующее вы можете сделать вот. Положили руки. И старайтесь поднять корпус намного выше, как только возможно, чтобы сделать тут максимальный массаж. Если получается, руки убрали. А ягодицы при этом расслаблены? Здесь не удержите корпус. Если я расслаблюсь, руку стоит.
приехали. Есть много разновидностей, чтобы делать массаж здесь. Вы можете поставить ладошки, оторвать от пола и держать грудь. Мягко выдохнуть. Записали? Скоро разобрались. Теперь следующая поза, которая хорошо расслабит позвоночник и при этом очень хорошо будет действовать на желудочно-кишечник. Колени в сторону. На ширину коврика. Таз у вас на пяточках. И вы мягко начинаете вытягивать позвоночник. Укладываете живот вот сюда. Между бедрами. И выдыхаем. Три, пять. Вдох, выдох. Расслабляем живот, не зажимаем. Хорошо? Кто знает позу собака? Собака вниз, собака вверх. А вот это как называется? Младенец или позы ребенок? Баласана. Мне немножко напоминает все казахское слово. Я люблю находиться на лодке. Собака, смотрите. Как только вы сделали позу ребенка, вытянули, поставили ладошки, потому что здесь очень важно расстояние. Ставите стопы. И сразу ставите пяточки в пол. Если расстояние неправильное, я могу поставить сюда руки, да? У меня такая вообще крутая собака, да? И пятки, и колени. Так нам важно, чтобы вы встали именно вот в это расстояние. Теперь от ладошек к плечу, от плеча в таз. Можете еще усилить, поставить на носочки себя, сделать выдох и хороший острый угол. Выдох. Так. А теперь объясните, что я должна чувствовать. Так. И органы. Это так приятно для печени. Да. Потому что печень вернулась сюда. Немножко физиологически мы ее приподняли. Пошел дополнительный прилив крови сюда, к печенке, к селезенке и хорошо к кишечнику. Есть собака, которая смотрит вверх. Делаем. Опять взяли расстояние. Когда ваши бедра не касаются пола, я делаю абсолютно другого направления, да? Мы прижимаем брюшную полость. Поджали. Тут более глубокий массаж, да? И продышу. Потом можно сделать еще один раз позу ребенка, выдохнуть. То есть вы меняете, вы делаете массаж, потом хороший глубокий такой давление на брюшную полость. Согласны? Теперь дальше. Планка. Кто любит планку? Сколько видов планки знаете? Всего 18. А если разновидности, то до 35. А какой рекорд стоять в планке? Кто знает? 8 часов. 6 часов с копейками. Так, поехали. Основное правило планки. Вы ставите ладошки. Ставите стопы, и вы должны распределить очень правильно, чтобы у вас... Сейчас где у меня вес? На руках. На руках. Сейчас? На ногах. Поэтому мы распределяем вес. Если я встану вот так, что происходит? Кровать, да? Мне нужно поднять таз. И тогда у меня что? Бедро, ягодицы. И очень сильно прижат пресс. Мы зажали живот, идет глубокий массаж. Ошибка номер один такая, ошибка номер два такая. И идеально, когда вы держите планочку. Очень хорошая планка, когда вы стоите на локтях. То же самое, следите, чтобы таз не проваливался.
потому что идет сильный прогиб на кресте. Вот отпускаю. Ничего не работает. Боковую планку, знаете? Какая больше подходит для пищеварения? Какая? Боковая низкая, правильно? Потому что я должна очень хорошо поднять таз, сжать, просто хорошо втянуть живот. Все это на выдохе или на вдохе? Опять вдох-выдох. Мы идем куда? Вверх. Значит, что я должна сделать? Хорошо. Акула встала. Косые есть? Пресс есть? Если вот так провалюсь. А если вот так? Короче, абсолютно прямая спина. Согласны? Так, я работаю, вы смотрите. Можно я попью? Поедем дальше. Из всего того, что показывать, думаю, вы практически все делаете, да? Кто делает лук? Лук кто делает? Она. Это асана полезна для пищеварения? Да. Чья? Мы делаем, смотрите, кровоток от ног, у нас полностью все уходит сюда. Понятно, что идет до головы, но эту часть не пропустим. Теперь мы опять возвращаем все органы сюда, наверх. Готовы. Когда вы выходите из клуба, вы медленно опускаете или да, резко? Стараюсь медленно. Почему лучше делать медленно? Дело только в мышцах. Подбородок органы правильно уложить. Да. Смотрите, я перевернулась, поджала все сюда наверх. Что происходит с моей печенью? Мы ее сжимаем, такой хороший глубокий массаж печени. Если вы резко переворачиваете, что происходит? То тогда эти каналы не успеют отдать отток желчи. Поэтому старайтесь перевернуться как можно медленнее. Тогда каналы мягко-мягко отдают всю желчь. Это очень хорошо для печенки. Теперь шавасана. Сейчас мы шавасану делать не будем. Мы попробуем вас расслабить, потому что мы сегодня много говорили о том, что все эти отрицательные эмоции, они влияют плохо. Чтобы убирать это все из сознания, кто любит шавасану? За что? Кто спит в шавасану? Честно. Вы знаете, что если состояние правильное, состояние полудремы, 10 минут шавасана – это 4 часа полноценного сна, да? Но вы должны поймать именно состояние полудремы. Поэтому, когда вы в шавасане, просто расслабляетесь, значит, вы снимаете все блоки, которые насобирали здесь. Так? Сейчас мы попробуем сделать сидячую шавасану, чтобы вы просто поймали вот это состояние. Спинка ровная. Ладошки наверх. Дыхание ровное. Пожалуйста, все закройте глаза. Делайте хороший вдох. Мягкий-мягкий выдох. На 4 счета вдох.
мочки между бровей. Чем сильнее вы расслабите эту мочку, тем сильнее успокоится ваш ум. Ваши мысли станут ленивыми. Дышим ровно. Точка между бровей абсолютно расслаблена. Расслабьте брови. Уголки глаз расслаблены. Почувствуйте, как ваши веки стали тяжелыми, а мысли ленивыми. Делаем вдох. Спокойный, мягкий выдох. Еще раз вдох. И выдохните, как будто вы дуете на свечу. Длинный, мягкий выдох. Расслабляем щеки. Подбородок. Губы расслаблены. Теперь внимание. Хорошо расслабьте язык. Уши расслаблены. Расслабьте кожу головы. Не забываем дышать. Дыхание не резко, мягко. Слушаем вдох, слушаем выдох. Расслабляйте мышцы шеи. Передние. Особо низ. Опускайте плечи ниже, чем обычно. Спокойный вдох. Мягкий выдох. Вдох. Самое главное, остановите все мысли. Не думайте о том, что будете кушать на ужин. Ничего не планируйте, ни о чем не переживайте. Вы здесь, сейчас, явное состояние расслабления мягко опускается вниз. И вы чувствуете, как это расслабление входит в каждую клеточку вашего тела. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мысли приходят и уходят. Мысли, как умывающие облака. Вдох, выдох. Не открывая глаз, разотрите ладошки. И опустите ладошки на глаза. У йогов это называется взгляд внутрь себя. Опустили, закрыли глаза. Теперь в полную темноту открываем глаза. Теперь пусть ваши ладошки медленно, как вода, стекают. Медленно. И глаза открываем. Если вы почувствуете дискомфорт здесь, пожалуйста, садитесь, уединитесь, подышите, выпустите все то, что насобирали в течение дня, чтобы не запускать эту проблему дальше. Приятное ощущение? Да. Вдох. Сейчас показываю в заключение те дыхательные техники, которые вам помогут завести ваш желудочно-кишечник. Если вы проснулись утром, вы торопитесь, но вам нужно сходить в туалет. Третий палец на правой руке. Лежа в постель, ставите прямо в пупок. Это аюрведа. Этому меня научили в живой институте. Опустили, и там вы поймаете 10 пульсаций. Если пульсации 7, значит, как ключ зажигания в машине, вы завели свой желудочно-кишечный тракт. 10 пульсаций нашли, да. Через 15 минут вы на троне. Третий пальчик. Лежа в постели, правая рука. Поставили в пупок. Я сейчас лежа покажу, потому что ощущения не те. Смотрите, если я лежу и хорошо поджимаю эту точку, просто не давлю так, что там как дрель. Рука не дышит, мягко. Просто, чтобы вы поймали 10 пульсаций. Там такое, как хорошее, приятное сердцебиение. Если сердцебиение слабое, значит,
а путь пищеварения маленький. Чтобы его усилить, мы делаем эту точку активной. Это очень хорошо, чтобы приучить ваш организм делать очищение каждое утро и не носить все эти токсины в себе. Очень простая техника, очень работает. Один раз нажимаем. Как только поймаете 10 пульсаций, этого хватит. А сколько держать пальца? Если 10 пульсаций, они бьют как сердцебиение. Там не нужно полчаса и ждете. Это все работает очень быстро. Нет. Так, все готовы подышать? Да. Опять спинка ровно. Смысл в том, что вы просто будете хорошо втягивать животик и делать массаж сами себе, да? Сначала живот расслабили. Не стесняйтесь, что больше, чем обычно. Сделали вдох и втянули, прям сильно-сильно втянули животик туда внутрь, под ребра. И мягкий выдох. На выдохе, смотрите, на выдохе мы втягиваем живот. На выдохе. Это самая основная ошибка, которую делаем. На выдохе внутрь. И расслабим. Дышим. Еще 5 раз. Ускоряйте, потому что голова уедет. Есть лимоном, с мятой. Пью просто теплую, хорошую, ближе к горячей.
горячую воду. На йоге пью, потому что мы все-таки греемся. Да? Моя младшая сестра отказалась от чая, от всех напитков, только с йогой. Я не люблю, когда так, вы знаете, фанатеют. Да надо жить, мы же тут. Я вегетарианка, если я всего вот отказываюсь, ну как тогда же? Можно задать вопрос? Я хотела спросить, как отказаться от мяса изначально? То есть я вот не хочу есть мясо, но чем можно вот получать те же самые витамины, так сказать, от чего? Получается, смотрите, если внутри есть желание, да, то тогда все сложится. Если вам кто-то сказал, будь вегетарианка, это не сработает. Нет, я сама не могу есть. Но как получать? Я с детства не могла есть. Моя мама никогда не могла меня накормить мясом. Проблема была. Но я жила в обычной семье, папа казах, я ела мясо, ну как, мы живем здесь, мы должны. Да, но когда мы созреваем внутри, оно все складывается. Основная проблема, что трудно сделать вот этот плавный переход от мяса, потому что, ну смотрите, в казахской кухне манты, там, не знаю, что там еще, лагурма, бишпармак. Очень много, да? Если вы научитесь готовить вкусно, разнообразно, знаете, в чем самый большой плюс вегетарианской пищи? В том, что она всегда свежая. Но если вы готовите вегетарианское, но без специй, вот у господина посла спросить, это вообще не тот вкус. И без специй, смотрите, они увеличивают метаболизм, они помогают переварить, они прямо это помогают реально. Но нужна эта наука, как правильно готовиться специи. А у вас основные специи какая? Соль, перец, лавровый лист. А за час до йоги можно? За час до йоги, но не так, что котлету больше, как вот их лет. Легкий перекус, это нормально. Как думаете, вот мультифлекс сейчас показывает, что вот ванну делают натощак? Это все полезно? Вы когда-нибудь пробовали? Вот я не пробовала, я просто вижу, что в Инстаграме все так делают, где-то бодифлекс для похудения, очень эффективно, живот втягивается. Что творится с внутренними органами? Смотрите, нам очень много противопоказаний. Но я все эти Инстаграмы, когда изучаю, я не вижу, что кто-то правильно преподнес, да, противопоказания. Если у вас гастрит, язва, если у вас дутия, да, как вы будете это делать? Как вы будете это делать? Сама, это все туда, все реально уходит. Оно реально уходит, да, но это практика, и это должно быть абсолютно качественно, правильно поставлено. Поверьте мне, в йоге есть очень много дыхательных техник, которые действуют. Например, сейчас я вам покажу технику дыхания, как снять головную боль. Интересно вам? Да. Готовы? Берете язычок, ставите его на йога. Поставили? Я когда учу людей, они называют меня аватар. Я сейчас покажу, но там мы все пробуем. Немножко трактообразно. Мягче, мягче. утром.
Когда вы чувствуете, что вот сейчас хочу, делайте все не по принуждению, а так, вот она сказала в 7 утра, встаю и делаю. Все мягко должно быть, да? С уважением к телу. Это храм нашей души. Спасибо. Are being video recorded and they will be uploaded in YouTube so you can access them later. And as you know that we have more lectures and workshops coming up in the following days, the details of those lectures can be found in the mission's website. Please log on and check the details. And we hope to see you tomorrow once again here. Thank you for coming and making this a success. Thank you. Спасибо вам, госпожа Видья, за такой чудесный лекции-семинар. Если кому-то интересно, я могу дать визитку. Спасибо вам, что вы пришли сегодня на семинарную лекцию.